Снега где-то? Холодная коса. Сейчас посмотрю. Я тебе еще микрофон накину. Билеты разложим, да? Так. Ребята, сегодня у нас, то есть я сегодня на Кии, то есть вот на вот этом, соответственно, вот здесь, Назарбаева 239, а розыгрыш билетов у нас сегодня Чеботкова, стендап-комик, вот, и будем вместе с вами вещать прямой эфир, так сказать, да? Взял я в Хьюсти сосиску в тесте, и вот тут у меня в кармане гэп, у меня лежит бургер, ну гамбургер это как бы там. Так вот, вот там получается Аллюр, вот здесь что-то строят, вот такие вот дела. Смотрите, какая Волга, или это Чайка, Чайка вроде. Едет еще, пердит чуть-чуть. Саламчик. Саламчик. Как ты? Нормально, так, да. С Аллюра? Нет, на мойку. Он моя, он тоже сейчас на мойку едет. Водителю своему дал попытаться уебывается. Как он? Он черный. Ну, типа Тах. Тах? А. Че, вы Тахи не продаете? Тахи? Тахи не продаем. А че, оверпрайс? Не ходовка? С кобальти или кобальти. Прикольная Kia. Сид. СВ. Опять ты. Опять с камеры. А ты что, Шевролет какой? С Киева ходишь? Ну так, чуть поплатовать. День проходит. Да. Прикольно. Кобль. Легенда наших дорог. Жизни. Да. Блин, надо с голосом. Да ладно, что-то нормально все. Ну, он такой, хриплый. Чуть-чуть, но. Есть такое. Буду немного разговаривать как брутал. Как брутал? Да. Интеллектуал. Метросексуал. Главное, сейчас звук, чтобы писался нормально. Говори что-нибудь. Добрый день, дорогие друзья. Ага. Приветствую вас. Комплексе Тарлан бренда Kia. Ты сразу уйди отсюда далеко вообще. Да, не мешайте, сейчас прямой эфир будет. Сейчас прямой эфир будет. Ну. Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует официальный дилерский центр Тарлан бренда Kia в городе Костанай. Меня зовут Зальдин Дамир, я менеджер отдела продаж Kia. И сегодня, как и обещали, мы будем разыгрывать 10 билетов на концерт Евгения Чеботкова. Хотелось напомнить, что Евгений Чеботков является амбассадором Kia в Казахстане. Я сейчас смотрю на тебя, ты пиздец напряженный. Да, да, пойдет.
судя по тому, как ты ржешь. Это ты динар. Ёбаный ты, блин. Ты не меня позовешь. Ой, блин. Че, как дела? Я смотрю, я эфир начал, короче, Дамир резко напрягся такой. Все уже там слова некоторые бывают не связывают. Симпатичный взять более-менее. Ту, которую я не потерял. Вот это более-менее. Миллионов. Было бы у меня 40 миллионов, купил бы я ее, не знаю даже. Выглядит прикольно. Ну, выглядит как бы неплохо, да? Когда уберешь? Можешь или всех? Можешь всех посадить? Какой-то костюм порвутся. Нет, я на пару таких выйду. Выглядит вот, что ты заменишь. Срезно? Блядь, одновременно можно? Все поворот. Короче, пойдем тоже получим автограф. Почему нет? Здорово, Дима. Очень приятно, Дима. Нифига себе, съемка фиксируется. Съемка, ну у меня все. Здравствуйте.
Так. Дима, Дима. Спасибо. Круто. Давай сфоткаемся. Конечно, конечно. Всем благодарю. Спасибо. Всего доброго. Удачи, успехов. Спасибо.